Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре 2021 года. Новые сроки ее проведения определило правительство Российской Федерации. К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране, и сентябрь 2021 года рассматривается как окно возможностей для проведения всероссийской переписи населения. Еще один важнейший критерий для организации переписи в этот безопасный период – наибольшее присутствие населения по месту проживания. Проведенный Росстатом анализ показал, что в это время люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному и деловому году, решают различные вопросы в госучреждениях, чаще пользуются электронными услугами. Также в сентябре на большей части территории России сохраняются комфортные погодные условия для работы переписчиков и не наблюдается массового распространения сезонных простудных заболеваний. Как отмечают Росстате, проведение переписи в сентябре 2021 года даст возможность сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных для дальнейшего сравнительного анализа как на национальном, так и на международном уровне. Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуги. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в МФЦ «Мои документы».